Порой случается так, что некоторые вещи выглядят для человека странно и чуждо, несмотря на то, что они родом с нашей родной планеты. Подобная ситуация произошла в Новой Зеландии, когда после сильного и продолжительного землетрясения 13 ноября 2016 года местные жители обнаружили на пляже Муривей жуткий двухметровый объект, обросший ракушками и чем-то, что очень сильно напоминало дреды. Впервые находка попалась на глаза Мелисси Даблдей, которая принялась выкладывать фото в интернет, считая, что нашла часть мертвого кита. Дар океана породил массу споров и гипотез, но на деле же все оказалось куда интереснее. В результате землетрясения произошел сдвиг тектонических плит неподалеку от города Каикаура, и на поверхность выбросило древесный ствол, который по сути и стал причиной многочисленных дискуссий. Вид таинственного монстра деревяшки придали морские уточки, усоногие ракообразные, что при помощи длинного стебелька крепятся к облюбованному ими объекту и создают известковую раковину. Если количество созданий становится слишком велико, и они больше не могут расти вширь, тогда их стебельки постепенно вытягиваются и становятся похожими на дреды.